хлебный соль, мать Беларусь. Хлебный соль, мы подносим вам. Хлебный соль, наш поклон дорогим гостям. Хлебный соль, наш поклон дорогим гостям. Наше главное богатство – земля и люди, которые трудятся на них. Сегодня среди хозяйств Молодечинского района лидерами являются Яхимовщина Агро, руководитель Лазарь Владимир Вячеславович. Палачаны – директор Король Сергей Валентинович. Филиал агрофирма Лебедева Республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго» директор Грибовский Игорь Николаевич. Уважаемые хлеборобы, аграрии и труженики села, благодаря вашему труду, огромной любви к земле и своей родине, мы получаем качественную сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Стабильная, слаженная работа всех звеньев агропромышленного комплекса – залог успешного развития региона, повышение качества жизни людей. Основная задача, которую мы ставим на будущее – сделать районы Крова еще более весомым. Стремительно идти дальше и приумножить по всем позициям. В районе есть резервы, чтобы в следующем году добиться новых трудовых побед.